Буквально через пару недель на этом поле будут кипеть страсти. Возле 35-й школы появится новая спортплощадка. Здесь будут проходить тренировки и матчи юных футболистов. Школьную команду собрали еще на летних каникулах. Мы очень рады тому, что на нашей территории появилось футбольное поле с хорошим покрытием. Дети и жители микрорайона ждут с нетерпением открытия этого футбольного поля. Сейчас идут работы по благоустройству территории. Вокруг спортивной площадки будет сооружена беговая дорожка. Этим не ограничится спортивный объект на должном уровне. Мини-футбольное поле – это первая ласточка строящегося школьного стадиона. В планах руководства возвести на этом месте еще хоккейную коробку и спортивную площадку для сдачи норм ГТО с турниками, брусьями и уличными тренажерами. Более 80 спортивных объектов построили в Самаре за последние 5 лет. 12 площадок появится только в этом году. Футбольные мини-поля, универсальные арены, где можно проводить соревнования по хоккею, баскетболу и волейболу. С юными спортсменами занимаются дворовые тренеры. Спорт и физкультура сегодня в моде. Об этом говорит и результат, который показали наши ребята на «Золотой шайбе», традиционном турнире. Мы по всем трем возрастам на областном турнире заняли первое место. Постепенно спорт приходит в каждый двор. Уже в следующем году в столице региона появится 35 универсальных спортплощадок. Кроме того, будут реконструировать стадионы, в том числе «Нефтяник» в Куйбышевском районе. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.